массажист международной категории, спа-мастер, физический реабилитолог. На сегодняшний день с Олегом преподаю в Альфа-Топе и готова продемонстрировать свои техники, методики, обучить вас этому за минимальный срок, период, так сказать, экспресс-методом. Именно то, что актуально, то, что очень хорошо и быстро применяется и эффективно, без воды. Поэтому вы можете прилечь на кушетку, снять только вот эту верхнюю одежду, даже в вашем свитерке, да? Пока вы готовитесь, давайте я вам еще одну заманиловку дам. Вы пока готовьтесь. Просто я скажу, что вот мы выдаем сертификаты по прохождению, то есть с ними можно трудоустроиться, вот такие красивенькие они. Но единственное, что, конечно, экзамен надо сдать. Те, кто идут на наши эти процедуры, они попадают в постоянную систему дисконтов. Ну, например, мы выдаем вот такие вот купоны. Это не доллары, не рубли, это просто такой дизайн купона, который на номинал этого купона дает вам скидку на любые следующие наши мероприятия. Плюс к этому, естественно, тут присутствует масса, ну, подходите сюда, сюда. Масса всевозможных... Аудио-видеоматериалов, которые вы дополнительно получаете. Вы также получаете, те, кто пришли сегодня на наш мастер-класс, да, снимайте, бонусы, которые вот там вот лежат, потом подойдете к этому столику ритейла, получите. И получаете вот эту книгу. Вот эта вот книга, оставьте свой e-mail, я вам ее по e-mail вышлю. Как заработать на массажных технологиях. Да. Она есть в печатном виде, где-то рублей 350-400 стоит. Ну, зачем вам лишние деньги переплачивать? У нас все бесплатно. Это для вас пришлется вам по почте. Вас как зовут? Лена. Лена, да? Ну, я вообще автор разных вот методик, книжек, CD-дисков, так что все это вы получите по почте. Аккуратненько выставляем. Угу. Вот здесь волосы. Да. Я хочу их наоборот, так что потом. Давай, пока накроем. Очень много, пока я скажу, техник есть, которые делаются в одежде, не раздеваясь. Есть, возможно, энергетические техники, когда мы даже бесконтактно воздействуем на человека и оказываем лечебный эффект. Есть даже такие техники, когда мы на расстоянии, там, нескольких метров даже воздействуем на человека. Немножечко тепло, чуть-чуть. То есть не надо воспринимать массаж, как в прямом смысле слова, месим тело, да? Это на самом деле достаточно распространенные техники, разнообразные, как я вам сказал. Мы работаем и с аурой, и с душой, и с энергетикой организма, и с разумом, и с психикой. На сегодняшний день мы будем сейчас показывать технику, а вы будете чувствовать ее, как можно работать через одежду, через простынь. Есть такая китайская методика китайского массажа анимо. Массаж через простынь. Интересно. Очень классная, да. Я не могу сказать, что я вам сейчас прямо ее всю продемонстрирую, но в принципе она проводится через простынь или в одежде. В основном через простынь в переводе. Когда человек накрывается простынью и массируем. Здесь немножечко разные будут приемы использоваться, не только чистое анимо. Так сказать, импровизация на тело. Успокаивается человек, приготавливается к процедуре. Мы можем его погладить, расслабить, чтобы тело было расслабленное, спокойное. Вот оно немножечко в таком трансе сейчас будет успокаиваться, привыкать к прикосновению специалиста, к рукам. Здесь немножко прохладно, поэтому не раздеваю, без масла. Мы немножечко расслабимся, да? Расслабились? Да. Отлично. И начнем легкими проминаниями. Воздействие мануальными практиками, легкими такими проминаниями тела и мышц, расслабляя,
мышечный корсет. А купрессор, так называемый. Но не по точкам, а по мышцам. Мы как бы их растягиваем и расслабляем. Где наша музыка? В восточном стиле. Взять мой? Давай я сухо вставлю. Не больно? Я знаю, что лежать всегда на демо процедуре напряженно, поэтому расслабьтесь, сейчас вы сравнируете себе все хорошо. Можно не тише, а так нормально, потому что сейчас будет бамбуковая процедура, после чего опять же мы закончим процедуру руками. Бамбуковая ударно-вибрационная методика. Может быть как в 4, по 2 руки, так и в 4. Это демо-массаж. Это значит, он может быть разнообразным. Так и прием, так и техники. И расслабление, и очищение, оздоравливание, и наполнение. Мы расслабляемся. Представляем себя на каком-то острове, в классном.